Общекомандная победа и дагестанская сборная завершилась первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир памяти героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова прошел в Каспийске. По итогам 4 дней команда Дагестана завоевала в общей сложности 15 различных наград. В их числе 4 золотые медали, 3 серебряные и 8 бронзовых. Чемпионами в своих весовых категориях стали Башир Магомедов, Камиль Абдулвагабов, Мустафа Гаджи Малач Дибиров и Магомед Шарипов. Всего 10 комплектов наград определили порядка 400 спортсменов из 40 регионов страны.